Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы дадим пару советов тем, кто содержит самоеда в квартире. Самоедская собака, также известная как самоед, самоедский шпиц, самоедская лайка, относится к группе северных аборигенных пород. Содержание такого животного в городской квартире накладывает на владельца некоторые обязанности. Самоедам необходим регулярный и длительный выгул. Самоеды не боятся даже серьезных холодов, и с ними можно гулять долго зимой. Летом, однако, надо быть внимательным и следить, чтобы питомец не перегрелся. Обязательно снабжайте его водой в достаточном количестве. Помимо общих правил для всех собак, важно помнить о следующих особенностях содержания самоеда. Несмотря на длинную и пушистую шерсть, собаку не надо часто мыть, достаточно несколько раз в год и не чаще раза в 2 месяца. Шерсть у них хорошо самоочищается и нуждается только в тщательном вычесывании. После уличных прогулок собаке нужно тщательно мыть лапы и при необходимости очищать от загрязнений шерсть. Не стоит оставлять собак этой породы в одиночестве надолго. Оставшись наедине с собой, самоед обязательно начнет развлекать соседей громким лаем и воем. Заскучавший домашний любимец может попытаться занять свободное время порчей вещей домочадцев. Нельзя разрешать ему грызть и портить мебель или личные вещи хозяина. Питомца необходимо приучить спать на выделенной специально для него лежанке. Ему нужно свое место. То место, куда он сможет прийти отдохнуть, погрызть игрушку и закусить ее любимым лакомством. Да и вам необходимо личное пространство. Лучшим местом для обустройства лежанки для проживающей в квартире собаки считается вход в спальню владельца или укромный уголок в ней. Главное, чтобы питомцу было комфортно и уютно. В целом, в содержании самоеда в квартире не должно возникнуть никаких проблем. Если хозяину устраивает, что на одних квадратных метрах с ним будет проживать большая и пушистая лайка, почему бы и не обзавестись щенком мечты? О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.